демонстрации зимних спортивных костюмов начал свой показ в Москве пражский дом мод. И хотя на дворе еще зима, женщины уже думают о весенних нарядах. Чешские модельеры предложили к предстоящему сезону много новинок. Легкое пальто на клетчатой подкладке. Весеннее свободное пальто из твила, неярких тонов. Необычная форма воротника украшает это простое по фасону платье. Модели платьев отличаются простыми линиями и скромной отделкой, но при этом они очень элегантны. Чешские модельеры считают, что высокие каблуки из самого различного материала, от окрашенного дерева до прозрачной пластмассы, будут пользоваться успехом и в этом году. Бальные туфли, как видите, не изменились. Зато разнообразные фасоны бальных платьев. Это предназначается для девушек. Наряду с легкими прозрачными материалами вновь завоевывает признание бархат. Модельеры пражского дома МОД позаботились, чтобы каждая из посетителей могла выбрать фасон по своему вкусу.